Только что пообедали. Вот к нам пришла даже, как ее назвать, Ликерия. Как тебя хоть зовут-то? Как тебя сейчас? Кто ты, Мария или кто? Сидит с ребеночком, скромная. На ней какая-то типа фаты, что ли. Не знаю даже, что такое у нее. Как тебя звать? Какой образ ты сейчас преобразилась? Все время у нее новые артистические. Вон Рыжик у нас лежит. Рыжик. Нравится ему тут в доме. У нас хорошо. Большой дом. Вот Игнатий Иванович. Игнатий Иванович. Ой. Ой, я с обеда сюда тут спрячу. Подивитесь, он у нас одна пришла. Видишь, у меня табуреточка здесь. Ага. Закроюсь, никто и не видит. О! Посмотрела фильм из фильм, и вот она изображает из себя эту дамочку. Да. Тут тебя свет-то ничего на свет не видать. Куда ты ее вытащить надо? Вот сюда вот эти сядь. Вот сюда. А то на окно не видно тебе. Она прилипла. Надо мне фотографировать. Не надо мне фотографировать. Ну иди маленько вот сюда, там светло, а пушка никак не дается нам. Ну давай скорее, что ты сказала. Какой гладкая. Ой, Игнатий. Что это у тебя в руках-то? Ребеночек, еще дома ребеночек остался. А? Это ребеночек мой, а еще дома ребеночек один остался. И кажется, их будешь воспитывать теперь, сама-то не воспитанная. В деревне-то легче прожить, чем здесь. Это там, в городе-то. А чем же ты кормить-то будешь? Сама не работаешь. Да надо еще и ребенка кормить. С голоду помрете в городе-то. Я купила ему соску. Соску? Чего? Соску сделай мне. И дома у меня вообще-то молоко. Это у матушки есть давно сестра. И она работать не хочет. Со стола сказали убирать тарелки. Она их зашла за баню, выбросила в траву и все. А зачем, говорит? А что будешь? А ты, говорит, кадилом будешь, говорит, махать, нам дадут поесть. А что, как-то назвала? Никак. Аня. Аня. Вот. Там еще Степа сидит дома. Степа еще сидит. А? Дома Степа сидит еще. Тоже такой же парень. Тоже такой же маленький. Что знаете, что? Лицо-то покажи это. Все. Тихо. Тихо. Она спит вообще-то. Она спит вообще-то. Ну покажи вот так вот. Ну он сфотографирует его. Тихо, тихо, тихо. Че? Ребенок спит. Ребенок спит же. С голову оторвить. Даже лист тут она все. Ой-ой-ой. Будущая артистка. Для тебя уже глаза показались. Ну, занято, чтобы осознать, что? Было, для тебя уже ребенок проснулся. Папа, ты старая. Из-за тебя, говорит, ребенок проснулся, бабка старая. А ты детка старый с бабкой. Все, образ прошел. Надо работать. Еще в городе такая же бутылочка есть. У нее рот раскрыт еще, это там во рту что-то белое. Это что, зубы? Да. Да что собралась с дедой домой-то? В городе там дышать нечем. А здесь-то хорошо. Ребенок там забыл мою игрушку, одну такую маленькую. Ты вот уедешь сейчас, и тебе ночью снится будет Потеряевка, охота будет, а вести-то уже и некому.
Она сейчас говорит, я еще приеду сюда. А сейчас вот тепло будет, купаться будут каждый день. Устиновые ребята уже вовсю купаются. А вот сегодня пятница, завтра суббота, а потом воскресенье. Воскресенье дядя Вова вот этот вот надувает лодку и лодка катает детей. А в деревне-то ничего, там большие дома, даже не увидишь ничего. В городе. В городе-то. А тут-то я ночью встал, сегодня в 3 часа. Молнии сверкают вон там на горизонте, там, а в городе не увидишь. Прям по горизонту, прям к земле рядом. А потом сюда уже, видишь, пошла. Ну потом, когда выйдешь с грозой, поймешь, что такое гроза. Дед старый, глупый. Вот лук она здесь никто не покупает, смотри. Ты сама еще маленькая. Не маленькая я. А ты была в пеленке. Тихо, так и слава говорит. Ты в храме-то спишь, сидишь, не можешь-то. Вот у тебя поэтому такие амуры в голове гуляют. А у тебя бегемоты, а там ухо жужжит в голове. На дядю так нельзя говорить. Ты что так говоришь? Разве так это может парнишка? Девчонка. А как узнать? Я уже когда ее родила узнала. Что говорит? Когда родила узнала. Господи, мне врачи сказали. Ну, когда я подержу маленько? Врачи сказали. Ну, подержу маленько-то. У тебя руки жесткие, как железо. Жесткие руки, как железо. Ну, да, ну, жесткие, я ж давить не буду. Так, а сама ты работать теперь не будешь, так и сидеть с ним будешь, да? Нашла ты себя отдушину. Работать надо. Платок. Я вообще-то царица. В замке живу, там не надо работать. Тёма, слышал? Нет, друг, вот это все растить надо, садить. Все надо работать. Ты с голоду помрешь через день. Вообще-то нам слуги все делают. Слуги все делать, я же царица. Вот такая она сядет, на шею сядет, да еще и привесок в руках. Ну дай маленько, хоть подержу ее. Я ей луку дам, будет она есть, нет? Она муки ест. А? Она муки ест, она еще мной питается. Что питается? Мной. Мной, то есть молоком питается. Да. Ну, когда я зелененький, да. Не надо ей никакого. Это витамины, чтобы у нее зубы росли. Зубы и так большие у меня. Сама-то ты будешь есть? Нет. Спасибо, я уже дома наелась. И напилась. Ну, маленько, да, то я уходить буду сейчас. Мне некогда дальше. Глаза открываются. Дядя, вот так открой, руки возьми, чтобы дядя Володя мог заснять. Покажи лицо. Ну, дядя Володя не видит. Посмотри, покажи ему. Лицом поверни, туда. Лицом поверни сюда, ребеночка своего. Ну, поверни. О. А у нее глаза-то другие. В отца, что ли? У тебя-то коричневые глаза, а у нее голубые. Это не твои глаза-то. Я говорю, в отца надо пойти? Нет. Маленьких надо учить вот молиться. В папины глаза. Папина. Все равно она девочка. Все равно девочка. Главное молиться, главное вечность прийти. Это основное. Я Илюшку видела. Вышел мимо наших дверей. Мимо нашей калитки и я проезжал. Мимо нашей калитки Илья проезжал. Он к
Валентину зашел. Устиновой зашел. Дядя Володя приглашает морковку прополоть. Самое единое это приглашение. Царицы не работают. Царицы вино пьют. Царицы не работают, а самое единое это приглашение. Я сегодня много косил, у меня вся одежда промокла от пота. Я переоделся, теперь чистенько это. И идти на работу на грязное тоже неохота. Мне тоже. Я снова в твоей одежде. Только что уже мне... Замучилась ты с платком. Ну, давайте под булавку возьмем, ты не будешь вот так все время дергаться. Я тут вот булавка у него есть запасная. Ну так вот. Я... Ты положи эту куклу-то. А сама возьми, застегнись, чтобы тебе ровно было. У тебя хорошо это будет. Положи ее сюда. Я могу на руках вообще-то снять. С двумя руками, давай подержу, а ты двумя руками расстегивай. Пусть папа лучше держит, двумя руки помягче. Ой, я занят, видишь, я занят, я не могу. Дай дедушке, пусть дедушка держит. Понятно, у тебя грубые руки, как железо. Больше ни на что пока не угодно. Да. А, ты куда бросила-то? Хорошо, застегнула здесь вот так. Вот так. Вон как у бабы Надя. Баба Надя в этом некрасивая. У нас даже царь так ходит. Царь ходит, так ты посмотри. Она говорит, баба Надя так, это, в этом некрасивая. Так бабка старая. Старая. Наоборот, очень даже красивая. У нее не спадает старая. Платок. Плотно сидит на голове. Какая-то деревенская старуха, которая ходит за забором. Да милостыню просит. Деревенская старуха ходит по забору. Ты вот здесь вот сделай, вот здесь закрой-то, а не там. Тебе так красивее будет, да, когда здесь закроешь. Давай, подойди, подойди. Это как платок. Да. Давай я тебе сделаю. Нет, я сама. Так, намного. Только так, все, она просто наброшена. Это церковные пилички так одеваются. Я хотела подарить тебе другие свои туфли. О, у нее туфли блестящие, как у Шарикова. Надо же. Ты где такие подделы? Баба на склад. А? Да они блестят-то как. Купили. В магазине. На складе, скажи. На складе взяла я. Нет, баба врет, врунья, за забором ходит. Давай, там застегнем. Хватит тебе повторять, не пусти, ты что? Ух ты. Ходи ближе. В рот не бери, смотри. Бабе Наде, подойди, она тебе сделает. Давай я тебя застегну. Нет. Ух ты, много зацепила, она не, это, не проколет. О, Господи, помилуй. Была бы такая послушная. На работу ни на какую не заставишь. А тут, видишь, отприходовалась. Понравилось ей. Так, а ей надо голубей показать моих. На крышу слазить. Она боится голубей. Что, не будет? Боится голубей. Голубей боится. Они дети не боятся, наоборот, тянутся к ним. Давай, я сношу на крышу. Нет, только лучше вместе. Давай, пойдем. Нет.
Она чужим не лезет. Она еще не понимает. Она тебя не знает просто. Она к тебе не полезет. Ладно, тогда. Тогда у меня придется со мной идти. Так тебе лучше в деревне остаться. Вот что я тебе посоветую. Нет, уезжаю. В деревне? Сегодня ночью уезжаю. 4 часа вечера. Вот так. Я от обеда отказал, поэтому жди теперь ужина. Ужина жди. Я уже поел, напилась вина. Платье у нее такое. Туфли какие шикарные. Ужин остался. А каблучками стучит, а я гляжу вслед, ничего мне нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Она говорит, муж заждался ее там. Ах, муж! Ты говорил мне встречаться? Вот она идет. Давай. Муж, вот она. Вот чудо-то какое. Вот ты, мама, переоделась в бабку Стаху. Самое интересное окно. Там рыжик спит. Там рыжик прячется.